Премьер-министр Греции Алексис Ципрос призвал отказаться от отелей системы «Все включено». Он назвал принцип All Inclusive, при котором туристы не покидают территории гостиницы, угрозой для малого бизнеса. Ципрос выразил уверенность, что туриндустрии необходимо вернуться ближе к классической модели монетизации, когда зарабатывают как ательеры, так и местные рестораны, кафе, бары, магазины и развлекательные объекты. Глава правительства обещал обуздать вектор развития индустрии гостеприимства, который был типичен для Греции в последние десятилетия. Речь не идет о полном запрете отелей формата «Все включено», однако будет происходить постепенный переход к другому типу туризма. Для начала гостиницы, работающие по данной системе, столкнутся с повышением НДС. Туристический сектор ежегодно приносит греческой экономике 2 миллиарда евро, поэтому дележ пирога ожидается жарким. Алексис Ципрос – греческий политик левых взглядов. Премьер-министром Греции он стал в понедельник, 26 января. С просторов другого популярнейшего курорта тоже приходят известия. В Египте рабочие повредили маску фараона Тутанхамона. От нее отвалилась борода, когда меняли витрину, под которой хранится артефакт. Власти Египта признали, что рабочие попытались скрыть этот факт и приклеили отвалившийся элемент эпоксидным клеем, ничего не сказав музейщикам. Произошло это почти полгода назад. Впрочем, подчеркивается, что впервые борода отвалилась от маски гораздо раньше. В последний раз ее приклеивали еще в 1941 году. Серьезного ущерба самовольная реставрация на этот раз не нанесла. Китайские таблоиды прислали новость, чем-то схожую с первым случаем. Так же, как и греческий премьер, в Поднебесной нашелся человек, который позаботился о своих земляках. Китайский миллионер подарил им жилье класса люкс. Но вначале он инициировал снос домов в деревне своего детства и построил для бывших земляков роскошные квартиры и виллы. Все жилье магнат предоставил совершенно бесплатно. Таким образом, Сюн Шуйхуа выразил благодарность обитателям населенного пункта за доброту к нему в прошлом. Преображению подвергся в хорошем смысле слова населенный пункт Ксинью на юге страны. Бизнесмен переселил в новые квартиры в малоэтажных домах класса люкс 72 семьи. Кроме того, еще для 18 семей, которые ему хотелось поблагодарить особо, миллионер построил виллы. В деревне появились новые зеленые насаждения, статуи, детская площадка и арт-центр. Сюн пояснил, что заработал больше денег, чем в состоянии потратить, и при этом не намерен забывать свои корни. Предприниматель также пообещал регулярно навещать обновленную деревню, чтобы убедиться, что люди с наиболее низким доходом, а также пожилые, ни в чем не испытывают нужды. Местные жители отнеслись к филантропическому порыву Шуйхуа одобрительно. Они помнят его родителей и отзываются о них как о хороших людях. «Радостно, что их сын унаследовал эту доброту», — отметил один из старожилов деревни. Сам Сюн Шуйхуа нажил состояние, реализуя проекты в сфере сталелитейной промышленности.